Красотули! Мои красотули! С вами Локки Бобо! Ребята, сегодня мы поиграем с Мадошкой, так как там обнова вышла. И, конечно же, я решил заглянуть к ней и посмотреть, что там интересненького появилось. А перед тем, как мы начнем, поддержи этот видосик лайкосиком. И, конечно же, для всех, кто любит искать пасхалочки в моих видосиках, в этом видео я спрятал 4 пасхалки в виде кувалды. Вот такой. Попробуй их найти. И напиши тайм-код в комментариях. И, возможно, именно твой коммент попадет в следующий видосик. А сейчас хватай вкусняшки! И мы начинаем! Поздравляем! Ваш ребенок выиграл бесплатную поездку в новый летний лагерь, организованный нашей школой, окруженный заботой и вниманием. Ваш ребенок проведет незабываемое лето. О, да! Это точно будет незабываемо! Ну что, погнали! Ну что, прокатите меня с ветерком, плиз! Поверните налево. Нам же налево, налево! Эх, блин, по-моему, свернули не туда. Туда, туда, мы тут сократим, не волнуйся, отдыхай. Ага, отдохнешь тут с вами. Ой, мы уже приехали. Эй, вы что там напеваете? Это что, новогодняя песенка? Неужели мы так долго ехали-то? Ха-ха. Чё-то это место не очень похоже на беззаботный летний лагерь. Всё-таки не туда свернули, да? Приехали! Выходи! Ну ладно! Ой, чувствую, будет страшно весело в этом новом лагере! Ха-ха! И погодка то, что надо, блин! Ой, блин! Ты чё резкая-то такая? Я совсем уже заслепила! О, здрасте, Синерукий! Ты ещё здесь? О, нет, она здесь! Кто? Я! Добро пожаловать! Ха-ха-ха! Веди себя прилично, Локи Бобо, и все будет хорошо. Ага, знаю я ваше хорошо. Сбегите из школы, прежде чем злая монахиня, сестра Мэдлин, поймает вас. Задание понял. О, таинственная записка. Уже многих обвели вокруг пальца. Если пообещаешь, что будешь слушаться меня, я помогу тебе. Следуй моим указаниям. Я буду оставлять их в таких записках. Окей, Синеруки. Воспользуюсь, если понадобится. Заклинаю, чтобы был хороший сигнал Wi-Fi и доставщика еды, который должен прийти еще был вчера. Ха-ха, сколько лет, сколько зим, а она все в своем репертуаре. О, еще ручка. В режиме легко и призрак сестра Мэдлин будет молиться 60 секунд. Отлично, мы тем временем будем карту изучать. Да, кстати, ребята, и я играю в режиме легко, так как еще особо карту не выучил, но знаю, как отсюда сбежать. А тут, кстати, все не так, как в мобильной версии. Очень похоже, но совсем не так. И это очень прикольно. О, эти ворота нам нужно открыть. И чтобы их открыть, нужно починить электричество. А чтобы починить электричество, нужно найти электрощиток. И может он вот тут? Открывайся, дверька! Воу, нужно руки помыть, а то грязнющие, капец! Так, пойдем-ка мы назад. Походу, монашка уже освободилась. Да, я ждала тебя. А чё ж мне ждать-то? Я не доставщик пиццы. Ну, или чё ты там заказывала? Бургер, а может суши? Ха-ха! Так, ладно, лучше свалить отсюда, пока монашка о чем-то там задумалась. Так, а это кухня, в которой, конечно же, ничего нет. А я тут о еде поговорил и кушать захотелось. О, чё-то нашли! Предохранитель. Забираем игол на поиски электрощитка. Он вот тут где-то должен быть неподалеку. Ну, я надеюсь. Сейчас найдем, если не заблудимся. Так, вот тут гол налево. А то слышу, где-то рядом там монашка ходит. Надеюсь, мы с ней не встретимся. Хотя все может быть. Она очень близко. Надейся. Ха-ха. Живо возвращайся в свою комнату. Ага, ща. Только дорогу туда найти еще надо. А то я не запомнил совсем. Может, покажешь? О, а тут посветлее будет. А то свернул до этого не туда. Ищи сам, я скоро приду. Она мне что, отчиталась? Ха-ха. Классно, можешь не торопиться, мне и без тебя совсем не скучно. О, проход. А нет, не могу я тут пройти, го вокруг тогда. На твоем месте я бы туда не ходила. И я с тобой полностью согласен, и не пойду туда, я лучше обойду. Стой, хорош кружиться, быстро в комнату. Ну блин. Ну вот и что мне делать в этой комнате? Слушать твои бредни? Отец мудрости, мать истины и лжи, вестник дня и ночи. О, видимо, серьезный чел. Ха-ха. Наполни меня своей безмолвной мудростью. Так, монашка, ты пока наполняйся, а мы пока пойдем в столовку. Предохранитель заберем и щиток заодно поищем. Гоу-гоу!
Так, предохранитель у нас! Опа! А тут мы еще не были. Как говорится, шли-шли и дверьку нашли. Походу, мы нашли, что искали. Да-да! И это электрощиток! Сейчас починим электричество. Один есть. Вот, блин, размечтался. Починить так просто. Еще нужно два предохранителя найти. Ну что, отправляемся на поиски. Заодно и изучим локацию. Гоу-гоу-гоу! Так-так, а давайте-ка столовку обыщем. Может, найдем тут предохранитель? Нечего тебе тут лазить! Кому? Тут нет никого! Так, гоу-гоу-гоу отсюда! А то будет мне сейчас хана! Ура! Я на свободе! Ага, размечтался, блин. Гоу назад в дом. Ребята, я вот тут пробежался, а домик совсем ничего такой. Мне понравился. Тишина! Тут должна быть тишина! Понял, гоу пошумим! Ха-ха! Вот сколько можно искать эти предохранители? Мне кажется, я уже все облазил. И все-таки я чувствую, что один из них должен быть в столовке. Не зря монашка тут была. И она точно что-то тут охраняла. Только тут столько всего, что глаза разбегаются. Где же он может быть? О, а мы-то шкаф и не проверяли. Может, он там прячется? Нашли! Ну я ж говорил. Забираем и гу отнесем его к щитку. Тут совсем недалеко. Раз-два шажочек и за углом электрощиток. Сколько я буду гоняться за тобой? Вот это очень хороший вопросик. Ты его задала? Ты на него и ответь. Ведь ты же за мной гоняешься. Ха-ха. Эй, ну чё ты там затихла? Чё, походу задумалась, да? Ну думай-думай. А мы побежали к электрощитку. Так, устанавливаем второй предохранитель. И нам осталось найти еще один. И тогда мы починим электричество. Ну что, гу опять на поиски. Кто тут? Никого, только ты и твоя тень. Прячемся. Я знаю, что ты где-то тут. Я тебя чувствую. Ну конечно чувствуешь, я ж набегался тут. Фе, в душе не мешало бы сходить. Так, нужно выбираться отсюда. Да-да, выходи. Выхожу и рожицу у тебя за спиной кручу. Ха-ха. О, красная кнопочка. Нужно обязательно жмякнуть. Ребята, и вам советую жмякнуть на красную кнопочку на моем канале, чтобы подписаться и не пропускать мои видосики. Ну что, жмякнул? Отлично. Гоу дальше. Опа, а это что еще за дыры в стенах? Видимо, кто-то очень сильно психанул. Ха-ха. О, предохранитель нашли. Неужели в самом деле? Так, мы на первом этаже. Гоу на второй. Там у нас, как вы помните, электрощиток. Устанавливаем. Все, предохранители на месте. И рычаг заработал. Проверим-ка. Есть, работает. Отлично, можно открывать ворота. Ты что наделал? В эту часть школы вход запрещен. Продолжай писать на доске, если не хочешь получить по голове. Слушаюсь и повинуюсь, красноглазка ты наша. Я побежал, но не писать на доске, а ворота открывать. Это поинтереснее будет. Чё-то мне писать совсем не хочется. А вот найти ключик и открыть входную дверь очень-очень хочется. А чтобы это сделать, нужно сначала открыть вот эти ворота. Рано или поздно я найду тебя. Открывайтесь, ворота быстрее, оно у нас за спиной. А как ты узнал? Почувствовал. Ай, ладно, у меня нет на это времени. У меня тоже, монашка. Иди займись делом, и мы спокойненько свалим отсюда. О, тут что-то интересненькое намечается. И ремонтик, кстати, покруче. Хотя обоим уже хана. Так, походу, это школа. О, вот и тубзалет мужской. А дальше должен быть женский тубзалет. О, нет, тут манекены какие-то. Не понял, где-то вообще я. Походу, я заблудился. О, я понял, это же сцена. Да ладно, монашка, иди-ка сюда. Выступать будем. А пока ты дотопаешь, мы поищем метлу. Тебе она очень подойдет к костюмчику. Ха-ха. Так, а это класс. Значит, мы точно в школе. Я был прав. О, вот и метла в углу. Забираем ее. Она нам понадобится, чтобы достать слом. А потом можно и монашке дать. Пусть приберется тут, а то вот сколько мусора. Ой, ужас. Вообще уже разленилась она. О, нам сюда. Вот видите, подсказка. Так, прикроем-ка мы двери на всякий случай. И залазим на стульчик. И вот тут, на потолке, у нас слом спрятан. Прикиньте. Давай, падай уже. Вот не понимаю, как она его туда спрятать умудрилась. Что это было? Нашумели мы на всю школу. Нужно спрятаться. Не бойся, я знаю, что ты тут. Выходи. Ты точно тут? Я тебя слышу. Я не обижу тебя. Ага, чё-то мне твоя кувалда доверие не вызывает. Ну ладно тебе, ты же знаешь, что я добрая. Да, прям сама доброта. Все, иди давай, зубы мне не заговаривай. Ну и ладно, нужен ты мне больно. Чего? Она что, обиделась? Вот этот прикол, монашка-обижашка. Так, лом у нас, гу к сцене. Там есть тайничок, его мы с помощью лома и откроем. И мы уже совсем близко. О, слышите? Это что, монашка играет? Или мне кажется? Так, лучше мы прикроем двери, чтобы монашка нас не услышала. Хотя все равно услышит. А вот и тайничок. Отрываем ломом все доски.
Готово! Лом нам больше не понадобится. Посмотрим, что там внутри. Коробка с печеньками. Отлично! Отдал ее мне. Она моя. И живо возвращайся в комнату. А ты у нас сладенькое любишь, да? Ну да. Вот не ожидал, что ты сладкоежка. Ха-ха! А сейчас на сцене Локи Бобо. Пой давай. Не-а, я лучше станцую. Тыц-тыц-тыц. Ну как? Никак. Пой. Ну тогда давай вместе. Любишь печеньку? Люблю. Хочешь печеньку? Хочу. Сейчас я тебя угощу. Нет, не делай этого. Сек, сейчас открою. Ой, кажется, коробку заклинило. Возможно, она откроется, если я сброшу ее с высоты. Нет, нет, не надо ее бросать. Лучше отдай ее мне. Да-да-да, подойди ко мне поближе. Да ща, чтобы ты меня кувалдой огрела. Нет уж, спасибо. Я лучше обойду тебя. Ну ладно, уговорил. Это когда я тебя уговаривал? И о чем именно? Давай слазь со сцены. Я сейчас тебе покажу, как нужно зажигать. Оу-е, давай. Я жду и с удовольствием посмотрю. Так, я, пожалуй, пока в зал спущусь. Я же зритель, получается. Ща, мне только нужно, надо настроиться. Эй, а ты куда? Чё, забоялась? Вот трусишка. Нет, я передумала. Ага, так я тебе и поверил. Трусишка. Все, печеньки я тебе не отдам, не заслужила. Так, гу искать дверь на улицу. Вот, ребятки, нашел вот эта дверь. Так, а сейчас, чтобы открыть коробку, нам нужно забраться очень-очень высоко. И вот тут лестница. А ведь я знаю, что внутри коробки не печеньки совсем, а ключ от входной двери. А знаете, как я догадался? Монашка уж очень хотела забрать у меня эту коробку. И выдала этим себя. Ого, как высоко мы забрались. О, красная дверь. Открывайся. Эта дверь будет разблокирована в будущем дополнении. Ну круто, ждем дополнения. Так, ща главное не свалиться. Ну же, есть, добрались. Бросаем коробку в дымоход и ждем-с. Кажется, коробка открылась. Какое кажется? Она должна была открыться. С такой-то высоты мы ее бросили. Там что хочешь откроется. Ща бы самому спуститься и не шмякнуться тут. Ой, а тут красота-то такая. Горы. Ну просто класс. Кому тоже нравится, ребята, ставьте лайкосик. Ну все, гоу вниз. Так, а сейчас наша задача попасть в подвал. И он вот тут находится. Далеко собрался. Напугала! Где мои печеньки? Нет их, я их съел. Нет, не может быть, я тебя накажу. Ага, сначала догони, а уж потом поговорим. Фух, оторвались. Так, спускаемся в подвал. И сделать это надо максимально тихо, чтобы монашка нас не услышала и не прибежала сюда. Еще ступенечка и еще одна. Блин, да сколько можно спускаться-то, а? У меня уже голова закружилась. О, да, неужели спустились? Так, где-то тут должна быть коробка. О, вот она, нашел. И ключик. Мы раздобыли ключ от входной двери. Сейчас нужно добраться до двери и просто свалить. Ну как просто, главное на монашку не нарваться. Ведь если я на нее нарвусь, то снова придется бегать полдня. А если еще потеряю ключ, то навряд ли я его потом найду. Так, все чисто, выходим и прямиком к выходу. Он тут совсем близко. Гу-гу-гу. Ну все, монашка, покеда. Было приятно повидаться. Упс, блин, Рявкин, ха-ха. Ну что, дубль два, открываем замок. А-а-а, класс. Свобода! Так, все, тихонечко выходим. О, нет-нет-нет! Тут была скрытая сигнализация! Монашка скоро будет здесь! Так, валим-валим отсюда! Ничего себе! Она подготовила, сигналку установила! Ну, прям продвинутая! Вернулся в комнату живо! Ага, ща, бегу и падаю! Ха-ха! Ты еще вернешься, я знаю, и жду тебя! Жди-жди, а я пока побежал! Да подальше! Ну, красота тут, капец просто! В школе будет куда больше активностей, чем казалось. Я приехала, Мэдлин! Ставь кофеечек! Я конфетки привезла! Ща болтать будем! Только стирку загружу и ща приду! Открылся новый доступ к школьным площадкам и кратчайшим путям побегам. О, вот это интересненько!
Ничего себе! Они меня прям заинтриговали. Ребята, если вы хотите, чтобы я продолжил играть в монашку, то давайте-ка соберем 10 тысяч лайков, и я продолжу в нее играть. Жми лайкосик и поддержи этот видосик. А сейчас время ваших комментариев. Спасибо, мои хорошие, за вашу поддержку и активность. Я это очень ценю. А на сегодня это все. Всем пока-пока! До следующего видосика!